Давайте посмотрим на цены на весенние, мартовские. В Москве. В гипермаркете «Глобус». Это тут при входе, все со скидкой. Вон филе куриное, 399. О, тюльпанчики 5 штук. 149. Ну, учитывая, что сегодня 10 марта, то да, со скидкой. Рафаэлки 139 со скидкой. Салатики вот готовые уже, Цезарь. О, клубника появилась. Клубника Турция, турецкая. Огурцы, помидоры. Огурчики. А, вот эти помидоры нормальные, хорошие. 429 за килограмм. Ну, хорошие помидоры. Тут на огурцы цены. Ну, израильские мандарины по 239. Это если с картой. Без карты подороже чуть-чуть. Марокканские мандарины. Ну, какие-то уже не особо хорошие. Те израильские лучше выглядели. Есть картофельные. Так. Это ягода. Турецкая в основном все. Лимончики по 109. Пельмешки. Thank you.
Так, ну тут сыры. Вон, сыр голубой с плесенью. Шонфельд. 219 рублей. 100 грамм. Пойдемте в рыбу зайдем, посмотрим. Так, а вот лосось, филешка. Такие вот цены. Килька по 219 замороженная. Сельдь замороженная 329 за килограмм. Скумбрия мурманская по 319. Осетр вот 234 за 100 грамм. Мерка 113 за 100 грамм. Форель. О, лосось по 308. Устрицы. Кому нравятся? Мне не очень нравятся. Я такие не беру. Так, суши. Ну вот сыр неплохой. 1100. Так, пойдемте еще в мясо проверим, что там у нас с мясом. Подорожало, нет? О, уже шашлыки появились. Кстати, неплохие здесь шашлыки. Если кто недалеко живет, можете заезжать. Хорошие шашлыки. Свиной гуляш. Баранья шея есть? Я что-то не вижу. Хожу. Фарш свиной, котлетный подешевле, из постной свинины чуть подороже, 499 за килограмм. Так, сейчас обойду. Так, колбасы. Да, колбасы у них здесь много разной. Вон дегустация, можно покушать, попробовать сначала, перед тем, как брать. Вот сосиски.
Ну, сегодня, конечно, людей очень много. Выходной, суббота. Девятое число. Сегодня много людей. Пойдемте еще зелень посмотрим, что почем. Так, лук вот зеленый. 115 рублей за 100 грамм. Ну такой хороший лук. Да, хороший лук. Вот и по 89 есть. Ну ты его, наверное, поменьше немножко. Наборчики ассорти по 59, 70 грамм. Морковь уже нарезанная. Салаты. Вот, смесь. Удобно, что? Смесь из свежих овощей. Дижон. Покупаешь, заправляешь, и все. Салат готов. Ну, вот такие вот цены. В марте. 9 марта сегодня. Надеюсь, было интересно. Цены в Москве.